все життя гра, можливо, ми створюємо сценарій, за яким живемо, і щось складається не так. Як же зробити так, аби усе ваше життя вдавалось? Відповідь на це питання знає Регіна Голуб, психологиня, сексологиня, ігропрактик. І, Регіна, рада вас бачити. Я думаю, що сьогодні ви розкажете, як же за допомогою гри можна навіть покращити своє самопочуття, стосунки з колегами, з ближчими людьми, можливо, з дітьми, хто як. Кому що потрібно, то те можна і зробити. Правильно? Так я розумію? Абсолютно верно. Вижу, ви дуже добре ознайомились з методом, в котором я працюю. І це правда. Дійсно, то, в чому я знайшла себе як професіонал, допомагає мені допомагати людям улучшати качество життя. Серед моїх колег я пользуюсь такою фразою, коли чем больше люди играют за столом, тем меньше они играют в жизни. Играют в жизни в игры, после которых остается неприятное послевкусие, обид, гнева, непонимание. И игра – это особый такой психологический метод, который помогает с помощью методов игры, кубиков, когда это атмосфера, которая располагает настольная игра, и создается ощущение, как будто бы все не так уж и серьезно, есть возможность проникнуть в то самое наше таинство подсознания. Угу. И игра – это нейтральная территория, на которой встречается сознание и бессознание, они договариваются и идут дальше. Так, то есть деякі моменты нашего життя, які ми не зможемо пройти, можливо, насправді, ми ось так от за допомогою гри пропрацюємо і нам буде легше. Так? Да, есть возможность прожить за одну игру всю свою жизнь, 10 лет жизни, 30 лет жизни, увидеть, как вы взаимодействуете с людьми, какие жизненные сценарии и стратегии выбираете в отношениях с деньгами, в собственных чувствах. И хочется сказать, что с помощью игры есть возможность увидеть глобальную картину. И у меня есть такая метафора, я часто говорю, когда меня спрашивают, ну, что это такое? Я говорю, смотрите, ну мы все же знаем, что Земля круглая. Но для того, чтобы физически это увидеть и осознать, нам необходим глобус. Также мы понимаем, что у нас есть жизнь, и в ней мы что-то смыслим. Но чтобы полностью ее понять и осознать, необходим некий такой глобус. И игра является таким методом, который помогает увидеть жизнь несколько отдаленно, более глобально и в масштабе. Тобто ми якось ближче з нею зіштовхуємося, ми не боїмося. Можливо, до яких етапів ми обходили, наприклад, так? Якісь були у нас такі складні ситуації, з якими не хочеться в житті знову зіштовхуватись. А тут ми пропрацювали, ще раз пропрацювали, погралися, і нібито все і вирішилось само собою. Виходить так, який результат вражає, і чи бували такі випадки, коли ваші, ну, скажімо, пацієнти, так? Чи клієнти? Клієнти. Так? Угу. Вони грають і після цього отримують непогані результати. У мене є навіть рубрика в своєму інстаграм, в блогі. Я учасники, ті, які готові ділитися своєю історією, викладаю в пості їх результат, який прийшов до них після ігор. І у мене є одна клієнтка, которая отказывалась напрочь регистрироваться на сайте знакомств. Но после игры Купидон она пришла домой и решила, вдохновилась мной, то, как я ее мотивировала, то, как я смотрела на это, то, как рассказывала о том, какие сейчас современные законы знакомства, какая статистика, какие мужчины. Она зарегистрировалась в Tinder. В тот же вечер ее пригласил молодой человек на свидание. Совершенно недавно она родила уже дочечку и... Она вышла за него замуж, родила дочечку, и я считаю, что ну, этот союз состоялся, и этот человек появился благодаря вот тому знаменательному вечеру, когда она поборола свой страх, поборола свои предубеждения, зарегистрировалась на сайте знакомств и встретила того самого. А как вы думаете, вот якби вона не проходила цю гру, а просто зареєструвалася, був би такий ефект? Она бы не зарегистрировалась. Она сказала, что для меня это было нечто, и я бы не сделала это никогда.
никогда, если бы ты меня не переубедила. Ага, ось. И я ее вдохновила своим видением, я ей показала это с другой стороны. У нее было очень много предубеждений касательно сайтов знакомств, и она сказала, я бы не сделала это без тебя никогда. И это не одна история такой невесты. На сегодняшний день уже более 20 девушек, хотя я провожу группу. Вы их знаете? Официально замужем. Официально замужем. А это уже не говоря о тех, которые встретили мужчин своей мечты, создали счастливые отношения. Более того, вы знаете, самый интересный момент, когда пришла клиентка и говорит, мой супруг рекомендует своим друзьям, их женам тебя. То есть уже как бы меня рекомендуют не просто женщины и женщины, а вот мужчина, женщина которого ходит ко мне на игры, он рекомендует своим друзьям, чтобы они и своих женщин туда. Потому что он говорит, после Регины она приходит домой такая довольная, такая счастливая, всем нужно туда ходить. Я не знаю, кто это такая Регина, но и всем туда нужно. Бачите, трошки розкажіть, що ж це за гра така, Купідон? Насправді, скільки їх є цих ігор? Я знаю, що їх насправді існує неймовірна кількість, дуже багато. Просто деякі з них обирають жінки з України, наприклад, інші підходять більше для менталітету там західних жінок, так, східних і так далі. Тобто, треба ще дивитися, що вам більше підходить, яка гра більш адаптована, і потім обирати вже її. От скільки їх є на сьогоднішній день, і які з них найпопулярніші? На самом деле этот метод сегодня такой популярный, что игр действительно я не могу сказать конкретное количество, потому что рынок растет каждым днем, и, конечно же, важно найти своего человека, важно найти такого ведущего, который сможет бережно постучаться в ваше сердце, бережно и аккуратно повзаимодействовать с клиентом и выйти в такую позицию взаимной победы. Ну, я ведущая одних из самых популярных игр, на самом деле, я не буду скромна. Я провожу игру Купидон. Лично а что это за игра такая? Ну, Купидон, да. Что-то, мабуть, с сердцем, с коханием, что-то такое повязано. Так, точно. Лично я уже 102-я ведущая Купидона, и Купидон проводится более чем в 65 странах мира, поэтому у нас большая такая комьюнити. Игра Купидон – это игра для тех, кто хочет выйти замуж. Выйти замуж, создать отношения. Вопрос такой, что на самом деле каждая женщина может иметь отношения. Вопрос только в том, хочет ли она. И не каждая женщина, которая не хочет иметь отношения, об этом знает. А игра Купидон... Тобто всем треба замуж. Ну, да, не будем говорить так официозно, но все же мы люди социальные и растем в отношениях. Поэтому каждому человеку нужен человек. Это факт. Все мы стремимся быть близкими, хотим быть в теплых доверительных отношениях, и это огромный ресурс. Ну, тобто, оце ось таке поле, правильно, Регіна? Це таке поле, значить, де збираються, за таким полем збираються бажаючі, ну, скільки може бути учасників? 8 максимально. 8 максимум, а так можна і вдвох пограти. Так, точно. Так. Приходять 8 красивих женщин. Ми сідаємо, розбираємо, що тут є. Дивимо, що тут у нас таке. Тут є, амбівалентність, страха, ігра постаральна. Ілюзії. Так, самооцінка, гординя. А дивіться, скільки тут різних моментів, над якими можна працювати. Дуже багато. Безконечно. Дівчатки ходять ко мені по 5, по 6 і 8 разів. Просто формується прямо залежність від моїх ігор. Але я розкажу про ігру Купідон. Она построена по принципу, когда женщина любит себя и любит все вокруг, когда она открыта миру и знает свои сильные стороны, она находится в поле любви. Собственно говоря, это сердце, и тут есть 5 спа-зон. Это определенные этапы выстраивания отношений с мужчинами. Но на пути к женскому счастью лежит 2 пограничных состояния – зависимость и контрзависимость. Если про зависимость современные психологи трубят из каждого утюга, и наверняка уже все слышали эту избитую фразу «зависимые», «созависимые отношения», то мало кто сейчас говорит про контрзависимость. Контрзависимость – это полная закрытость, нежелание быть уязвимым, нежелание проявлять свои настоящие чувства и страх быть уязвимым.
быть в отношениях, это всегда быть уязвимым. Ну, тобто жінка, вона все одно жіночна, і, можливо, в деякій мірі їй таки треба такою бути. Контрзависимые люди очень часто уходят в карьеру и остаются в ней надолго, остаются одинокими и внешне выглядят достаточно успешными, достаточно счастливыми. Во внешнюю среду, в социум они транслируют сверхэнергичность, сверхуспех, сверхжизнерадостность. Но на самом деле внутри этого человека прячется глубинное одиночество, с которым стоит действительно контактировать. В нем стоит признаваться, что нет ничего страшного в том, чтобы быть уязвимой, нет ничего страшного в том, чтобы делиться своими чувствами. И в этом, на самом деле, большая сила и ресурс. А как женки вот такие приходят играться? Как они сразу? Они же, возможно, особенно такая женка, которая деловая леди, возможно, она директорка, или там начальница. И тут ей треба открытись. Чи вони взагалі, можливо, вони і не приходять грати? Чи бували такі випадки, коли жінка показувала себе більш жіночною і з іншого боку відкривалася? Абсолютно верно. Были такие случаи, когда ко мне через 2 года пришла клиентка, я ее не узнала. Она стала такой женственной, такой мягкой. Она говорит, тот Купидон перевернул меня. Я осознала, что действительно я очень бываю самостоятельная. И такая, знаете, избитая фраза отрастила себе... Не буду уточнять. Вот. И я увидела ее сияющей, легкой, женственной. Она сказала, что качество ее жизни улучшилось с тех пор, как она изменила эту стратегию. И да, ко мне приходят успешные бизнес-леди, но цель в моей игре не доказать человеку, что он не прав, не доказать человеку, что с ним что-то не так, а мягко, очень экологично, возможно, дать возможность женщине просто посмотреть на других женщин. Не нужно ее убеждать в том, что срочно менять стратегию или что-то срочно менять в себе. Просто понаблюдать. Регін, от скажіть, що краще, коли всі 8 знають про тебе, про твоє життя, про твій внутрішній світ, чи коли ти один на один зі своїм тренером, з психологом, ти проходиш ось цю практику, що краще? Всегда эффективнее работа в группе, потому что в чьей-то истории есть возможность услышать свое, о чем даже не догадываешься. В индивидуальной работе психолог может только задавать наводящие вопросы, клиент отвечать на них. Если дальше психолог будет выстраивать свои гипотезы и доказывать клиенту о том, что он предполагает, что это вот так, то может произойти ретравматизация. Угу. Поэтому групповая терапия, в принципе, трансформационные игры – это веселая игровая групповая терапия, серьезная психотерапия. Так, серьезно. Я ж про що я кажу, що тут не треба недооцінювати, тому що гра насправді, вона нас розкриває. І тут можна побачити те, що є всередині і глибоко десь залягло. Не так, як ми можемо це показати. І тут дуже важливий момент – відкритись чи ні. Є жінки, мабуть, яким це важко зробити. Ну, жінки, не тільки жінки може грати, чоловіки теж, а чоловіки, мабуть, взагалі їм складно. На сьогоднішній день я вже 4 роки в цій професії, у мене огромна аудиторія, и мужчины – одни из самых благодарных клиентов. Сегодня у меня лично мужчины играют во все игры, в том числе игра Сатори, радикальное прощение Колина Типпинга и проживание глубинных эмоций. И аудитория настолько широкая, этот метод настолько на сегодняшний день захватывает массы, что я верю в то, что ми з колегами міняємо сознання общества. Так, можливо. А скажіть, будь ласка, Регіно, а як ставляться інші психотерапевти, психоаналітики взагалі до цієї практики? І, можливо, не всі отак активно проводять її? Угу. У нее есть, да, определенная специфика, и этот метод, который важно, чтобы человек выбирал себе для души. Потому что мало того, что здесь в этом методе необходимо обладать психологическим профессионализмом, но еще нужно иметь лидерские качества и такую неплохую харизму для того, чтобы держать группу и, возможно, где-то вовремя применить чувство юмора или объединить группу. Угу. То есть очень много коммуникативных навыков необходимо. В целом психотерапевты
приветствую данный метод, но в руках профессионала. Так, звичайно. А ось тут справді постає питання, як, наприклад, чоловіки, чи можуть вони проживати емоції? От дуже непогана тема звучала, і мені цікаво, чи можуть вони плакати, наприклад, у вас на сеансах, чи можуть вони про щось розповідати, і скільки триває ось продовження гри? Тобто вона починається, так, і там, це ж можна і до ранку грати, якщо все життя, наприклад, програвати. Угу. В цілому, по таймінгу орієнтуємося, я провожу ігри до 4 часов. И в целом, в последующем она по таймингу заканчивается. Мужчины раскрываются, это стереотип о том, что мужчины не испытывают эмоций, и да, они хотят быть близкими, они также хотят доверять, они также хотят открываться и проживать, потому что я сталкиваюсь с тем, что мужчины и женщины, каждый одинокий в своих мирах почему-то. Угу. А зараз, до речі, це така проблема серйозна, да. Стає більшою, і вона якась така, кожен в своїй десь скорлупі знаходиться, і незважаючи на те, що такий світ тісний, а люди мало знайомляться. Я працюю з чоловіками і жінками, і я удивляюсь, що вони би запросто вирішили вопросы друг друга, и если бы нашли вот эту коммуникацию, им бы было хорошо. Но она не делится тем, что чувствует, и он не делится тем. И каждый живет в своей маленькой, на своей маленькой планете. Ну що ж, Регіна, тут наостанок хочеться почути від вас рекомендації, ну, можливо, щось допоможе людям. Ну, я не маю на увазі там, ну, грати саме в гру якусь, а можливо, з приводу тих комунікативних можливостей, можливо, якось об'єднувати інтереси, можливо, не боятися, знаходити один одного, шукати спільні моменти, і життя буде кращим. Будь ласка. Я думаю, що потрібно пробувати, щоб отримати, знаєте, я люблю дуже Альберта Ейнштейна, я вважаю, що на його фразу можна опереться. Він сказав, сумасшедшие – це ті люди, які роблять одні і ті ж дії і чекають інших результатів. Поэтому я бы дала такую рекомендацию, друзья, делайте что-то необычное, делайте что-то бесшабашное. Если вы ранее никогда не знакомились с мужчинами на улице, возьмите и познакомьтесь. Если вы никогда, не знаю, не звонили женщине первой, возьмите и позвоните. Но сделайте что-то необычное, сделайте что-то за пределами вашей привычной жизни, и я уверена, что вы получите совершенно другие результаты. Ну, от я думаю, що 1 березня нам якраз необхідні були такі слова від Регіни, яка прийшла до нашої студії. Супер, розповіли багато чого. І тут не лише метод важливий, а подача. І те, як ви цей метод використовуєте у своїй практиці. Дуже хочеться, щоб люди були задоволені, щоб вони мали результат для себе в житті. Так? І, звичайно ж, тоді настрій буде кращим. Дякуємо вам, будемо чекати ще вас у нашій студії. А ми зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення. Yeah.